И снова здравствуйте! Вы на канале «Быстрая кухня». Сегодня я приглашаю вас приготовить со мной сырники-вафли в электровафельнице. Я буду показывать вам рецепт на 250 граммов творога. В творог я добавлю 3 яйца. Я использую для приготовления тростниковый сахар, но сахар может быть любой. Беру 2 полные столовые ложки, 1/4 чайной ложечки соли. И использовать можно либо ванильный сахар, либо кристаллический ванилин. Можно также добавить корицу, можно ничего не добавлять. Сюда же я добавляю 50 грамм манной крупы. Все составляющие я соединю погружным блендером. Вот такая масса должна получиться. Вафли я буду выпекать в электровафельнице JF Grill для больших вафель. На разогретую вафельницу по 1 столовой ложке я вот так выкладываю творожную смесь. На каждой панельке у меня получится по 2 сырника. И закрываю. Вафельницу я разогреваю вначале на полной мощности. После того, как она разогрелась, я убавляю на деление 3,5. Выпекает вафельница быстро. Для этих вафель-сырников мне хватает 3 минут. Также я делала картофельные, тоже 3 минуты у меня уходило. Очень легко вынимаются. Такие очень красивые сырнички, вафельки у меня получаются. И если у вас есть электровафельница, обязательно попробуйте приготовить и вы. А я сегодня с вами прощаюсь. Желаю вам приятного аппетита, всего самого доброго. Не забывайте оценить видео и подписаться на канал. До новых встреч. До свидания.